У столицы стартовал конкурс буктрейлеров, коротких видеосюжетов про книги. Принять удел могут все желающие во возрасте от 14 до 31 года. Для этого необходимо снять видеоповедание по мотивах книг, присвященных Великой Отечественной войне. Протягивость буктрейлера не повинна превышать 3 хвилин. Заявки на удел в споборництве книголюбов принимаются до 10 красовика у Минской городской организации БРСМ. Отзначил, конкурс проходит в рамках проекта «Мой фильм про войну», присвечены году молоди и 70-летию Великой Перемоги. Выбирают книгу, прочитывают ее заново или перечитывают, пишут небольшой сценарий, ну, выделяют те сюжеты главные, которые бы они хотели отразить в своем видеоролике, в своей творческой работе. Потом подбирают материал, документальный, реальный, это фотографии, факты, какие-то там исторические моменты, вот, и добавляют средства художественной выразительности. Аудиозаписи, фотографии, картинки, фрагменты фильмов, которые сняты по мотивам данной книги. Потом это все монтируют и высылают нам. Презентация фильмов про войну пройдет у мая, и тогда же подведут выники проекта. Лепшие буктрейлеры будут заховываться у архиве Национальной библиотеки.